Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Галина Матюнина, и сегодня в этом видео я рассмотрю возможности, которые открываются перед каждым человеком, кто услышит, именно услышит, те преимущества стратегии флешмоба, о которых мы в последнее время достаточно часто говорим. Итак, флешмоб – это командная стратегия, в которой объединились 4 команды для командного продвижения абсолютно каждого участника. Для участия во флешмобе нам необходимо иметь 0,01 биткоина для активации 2 бизнес-мест. То есть, имея 0,01 биткоина, мы отдаем 2 бизнес-места в управление команде модераторов и регистраторов, не претендуя на выплаты на первых, вторых, третьих площадках вплоть до четвертой. Мы составляем доверительное письмо и вправе рассчитывать на те деньги, которые заявлены на сегодняшний день. Чуть позже я коснусь подробнее этого момента. Однако для того, чтобы партнеры компании были заинтересованы в том, чтобы давать эту информацию, в нашей команде принято решение, что мы регистрируем новичков во флешмобе только после того, как они активируют 3 бизнес-места на рабочих площадках, на наших рабочих площадках. Таким образом, суммарно у человека на балансе должно быть 25 тысячных биткоина, что по сегодняшнему курсу составляет приблизительно 1500 рублей. Когда мы говорим людям о сумме входа, то мы говорим не ровно 1500, а в пределах 1500 рублей. Потому что мы понимаем, что биткоин меняет курс, и то, что сегодня стоит 1500, завтра может стоить 1550, например. А отправной точкой для нас является 0,25 тысячных биткоина. Итак, если наш собеседник, которому дали информацию, принимает данные условия, он регистрируется, у него автоматически создается биткоиновский кошелек, он его пополняет на указанную сумму и далее вместе со своим наставником сначала активирует 3 бизнес-места в первой площадке, а затем проходит процедуру регистрации во флешмобе. Что же происходит дальше? В зависимости от того, какую стратегию выбирает человек, возможно 3 варианта. И мы сейчас их рассмотрим. Допустим, человек входит совершенно пассивно, то есть он выполняет условия и больше ничего не делает. Лично я такую стратегию предлагаю своим близким, родственникам и друзьям, которые в силу своих причин, в силу своих взглядов, я точно знаю, не хотят активно участвовать, но я знаю, что у них есть финансовые задачи, и я хочу им в этом помочь. Они входят треугольником в мою рабочую площадку, и затем мы проходим процедуру регистрации во флешмобе. Проходит некоторое время, никто вам не скажет, сколько именно, но тем не менее гарантированная сумма, которую получает каждый участник флешмоба, это 4 биткоина. 4 биткоина на сегодняшний день – это немного меньше 4000 долларов. А стартовали мы порядка 25 долларов вложив. Хорошая инвестиция, согласитесь. И при всем том, что больше человек ничего не делает. Он только один раз зашел, активировал свое участие в площадке и во флешмобе. И через какое-то время ему позвонят по телефону и уточнят номер его RDX Coin кошелька для перевода этой суммы. Хорошо. Дальше идет время. Вот эти бизнес-места, которые мы дали в управление, переходят на 5-ю площадку. И там происходят выплаты. Сначала на наш счет поступит 21 биткоин. Но он не для вывода, а для выполнения условия флешмоба. Что это за условия? Организаторы флешмоба говорят нам следующее, что на полученные деньги, вот на за эти 21 биткоин, наша задача активировать свое участие во всех 5 площадках рабочих. Первые мы уже с вами были. Быть может, на этот момент вы уже переливами
так как ваш наставник пришел сюда зарабатывать, будете уже не только на первой, но и на второй. Но даже если вы только на первой, то этих денег абсолютно достаточно для того, чтобы вы активировали свое участие во всех 5 площадках. После того, как вы предоставляете скрин того, что вы находитесь на 5 площадке, вам на баланс поступает 35-40 биткоинов. Более определенно сумму сейчас не назову, потому что ее вам никто не скажет, но приблизительно это около 35-40 биткоинов. И опять же возвращаемся к сегодняшнему курсу. $920 за один биткоин. Посчитайте, какое это будет вознаграждение. И все это вознаграждение вы получаете только потому, что когда-то приняли решение, инвестировали 25 тысячных биткоина в свое будущее. Я считаю, что это царский подарок абсолютно для каждого человека. И именно поэтому я призываю абсолютно всех партнеров в первую очередь оповестить об этой возможности своих родственников, детей, если они взрослые, да, и способны оплатить участие или за них это сделать. То есть смотрите по своей ситуации, своих близких, друзей. Это реальная помощь, которую мы можем оказать. Хорошо. Это первая стратегия, когда мы зашли и как бы забыли, да, до того момента, пока с нами не связались и не спросили, на какой RDX перечислить деньги. Есть другая ситуация, есть другая возможность повысить свою доходность. А именно, если вы не будете скрывать эту возможность от своих близких, а расскажете им, и, допустим, они, услышав вашу информацию, примут решение участвовать в этой стратегии. То есть они зайдут сначала в вашу рабочую площадку и затем активируют свое участие во флешмобе. То есть условия у всех абсолютно одинаковые. Соответственно, в какой-то момент времени они получат свои 4 биткоина. Далее им также перечислят 21 биткоин, на которые они активируют свое участие абсолютно во всех 5 площадках. И давайте посмотрим, что же вам это даст, если вы просто рассказали 4 своим близким, друзьям, родственникам, и они зашли в эту систему. Я 4 дорисую, чтобы было наглядно. Итак, давайте посмотрим. Первая площадка еще пока не закрыта, вторая площадка еще не закрыта. А вот третья площадка уже закрыта одним бизнес-местом. То есть ваше одно бизнес-место выходит на выплату. Вы получаете 3,5 биткоина. И это абсолютно ваши деньги, которые вы вправе вывести на те цели, которые для вас важны на сегодняшний день. Смотрим дальше. Четвертая площадка. Что происходит на четвертой площадке? А на четвертой площадке все 3 бизнес-места закрывают эту площадку. А это значит, что на вашем балансе 3 раза по 6,183 биткоина. Что суммарно составит, секундочку, я посчитаю. 3 на 6. 183, 18,549 тысячных биткоина. 18,549 тысячных биткоина. Что же вы сделали? Вы зашли один раз, порядка 1500 рублей вложив на активацию в этой программе. Вы поделились этой возможностью со своими самыми близкими, дорогими людьми. Они вас услышали и приняли эти условия и на пассивном участии зашли в площадки. И это вам дополнительно приносит 3,5 и 18,549 биткоинов.
И вы точно так же по условиям флешмоба получите свои 35-40 биткоинов. То есть то, что я написала синим цветом, это дополнительно только за то, что вы поделились этой возможностью с близкими людьми, которые вам не безразличны. Замечательно. Но если вы проявите большую активность и поделитесь этой возможностью не с 4 человеками, как мы рассмотрели ранее, а с 20 человеками, да, я не буду здесь всех рисовать, вы понимаете, что здесь происходит заполнение. Я напишу просто, что здесь 20 человек, которые, как и вы, вошли в систему. Эти люди, которые вас услышали, так же, как и вы, в определенный момент времени получат 4 биткоина. Им так же, как и вам, в определенный момент времени выплатят 21 биткоин, и они активируют свое участие во всех площадках. То есть ничего нового. Причем, заметьте, никто никого не приглашает. Самый большой бич – это то, что люди не умеют приглашать. Да, у нас система обучения, пошагового сопровождения. Мы обучаем алгоритму проведения скайп-разговоров, алгоритму действий в социальных сетях. Но далеко не в каждой компании и в каждой команде есть такая система поддержки и обучения. И вот эта система, вот это условие активации во всех 5 площадках, это выход для тех людей, кто не умеет приглашать. И смотрите, к чему это приведет. Ну, понятно, что здесь у нас будет 16, да, то есть суммарно у нас остается везде 20 участников. Хорошо. Давайте посмотрим, что же происходит у нас в том случае, когда за нами в эту систему вступает не 4, а 20 человек. Давайте смотрим. Первая площадка, первое бизнес-место на этой площадке выходит на выплату. А это составляет 0,155 биткоина. Это деньги, которые мы можем сразу выводить, потому что у нас все площадки активированы. Смотрим на вторую площадку. Что можно сказать по ней? Как только все 20 по условиям флешмоба активировали свое участие, и первое, и второе, и третье бизнес-места выходят на выплату. А это значит, что мы получаем 3 раза по 0,96 биткоина. Суммарно это сколько будет? 0,96 на 3. 2,88 биткоина. Смотрим на третью площадку. Что происходит здесь? А здесь происходит следующее, что, во-первых, у нас закрывается второе место и третье. Правильно? Также закрывают здесь верхушки наших приглашенных. Значит, мы к тем 3,5 биткоинов, которые мы уже получили, получаем еще 2 раза. Да. Еще 2 раза по 3,5 биткоина. По 3,5 биткоина. Так, проверяем. 3 уровня. 1, 2, 3. Для этого 1, 2, 3. Для этих 1, 2, 3. Да. Дополнительно 7 биткоинов. Что происходит на четвертой площадке? А на четвертой площадке происходит следующее. Смотрите, зашли вот эти партнеры. Они, кстати, тоже могут зайти исключительно на пассиве. То есть они не будут никого приглашать.
Они просто увидели свою возможность, свою выгоду. И по условиям флешмоба они обязаны активировать свое участие на 5 площадках. Что это нам дает? Давайте посмотрим. Благодаря тому, что зашли эти партнеры, закроются те, которые зашли раньше, да? А раз они закроются, значит, деньги поступают в систему и происходит реинвест. То есть наше первое бизнес-место выходит второй раз на выплату. Наше второе бизнес-место выходит второй раз на выплату. И наше третье бизнес-место выходит второй раз на выплату. Да. А учитывая, что вот эти товарищи, да, они же тоже закрыли, то есть деньги поступили, поэтому вот, нет, здесь все. Значит, смотрите, что получается, что мы еще 3 раза закрываем 4-ю площадку. Как мы уже считали, это 18 549 биткоина. И смотрим, что произошло на 5-й. На 5-й первое бизнес-место закрыло площадку. А это, друзья мои, 134 биткоина. 134. Сейчас даже я точнее скажу. 134-196. И даже если мы вычтем отсюда 65 биткоинов, чтобы пойти в VIP-зону, где уже дорога открыта к миллиону долларов, реально заложенных в маркетинг-плане, то нам останется, давайте посчитаем, 134-196 минус 65. Нам остается на наши цели 69 196 биткоина. Итак, если мы немного больше поработали, немного большим людям рассказали об этой уникальной возможности, и благодаря вот этому условию, вот вы знаете, вот если бы вот этого условия не было, быть может, флешмоб и не получил бы такого развития. Но благодаря наличию вот этого условия, после которого только человек сможет получить еще деньги, обеспечивает тому, кто просто поделится этой возможностью как можно с большим количеством людей, дает дополнительно следующие суммы. Итак, 69,196 плюс 18 549 с 4-й площадки, плюс 7,5 третьей площадки, плюс 2,88 со второй площадки, плюс 0,155 с третьей площадки. Итак, смотрите, я зеленым цветом буду писать эту сумму, чтобы было понятно. 98,28 биткоина. Это дополнительное вознаграждение за то, что мы дали такую же возможность не 4, а 20 людям. Давайте посчитаем все суммы, которые у нас синим цветом. 18 549 плюс 3,5 плюс, точно. Значит, 18 549 плюс 3,5. Эта сумма составляет 22 049 биткоина. И теперь, если мы сложим все эти цифры, то мы получим тот доход, дополнительный доход к суммам, заявленным по флешмобу. Это 120
120,329 биткоина. Что в долларах на сегодняшний день по курсу $920 за 1 биткоин составит 110 702 доллара. Или в рублях умножаем на 60, 6 642 642 161. Это расчеты при курсе биткоина $920 за 1 биткоин. Друзья мои, давайте подведем итог. Итак, смотрите, если мы выбираем, вот сами для себя выбираем, только пассивное участие, то мы гарантированно получим 4 биткоина, деньги на активацию во всех 5 площадках и дополнительно вознаграждение 35-40 биткоинов. Это если совсем пассивно и ни с кем не делиться. Если мы возьмем и дадим эту же возможность 4 своим самым близким друзьям, родственникам, это даст нам дополнительно 22 биткоина. К этим дополнительно 22 биткоина. Если мы не будем жадничать и дадим эту информацию большему количеству людей, и 20 человек нас услышат, причем как 4, так и вот эти 16, то есть вот эти 20 вообще могут зайти чисто на пассиве. Друзья мои, мне очень хочется, чтобы вы это увидели и услышали. 20 человек из вашего окружения, которым вы реально хотите помочь, вы донесли до них информацию, они вошли в систему, и в течение 2017 года вы дополнительно получите сначала 22 биткоина, потом 98 и суммарно дополнительно 120 биткоинов, что на сегодняшний день составляет $110 000 или в рублях 6 642 000. Скажите мне, пожалуйста, где можно, пригласив 20 человек, которые будут на абсолютном пассиве, и в течение года получить 6 миллионов рублей. Это возможно только при командной работе. Той работе, которую запустили лидеры 4 структур. Сумасшедший объем работы, который выполняют другие. А мы с вами делаем выбор. Зайти сюда на пассиве или чуть-чуть поактивничать и пригласить 4 участников. Или чуть больше проявить свою активность и пригласить 20 участников. И 4, и 16. Вот эти, да, зеленые, вот в каждом ряду это по 16. То есть всего 20. Все 20 человек могут быть исключительно на пассиве. Но благодаря тому, что они зашли сначала в вашу рабочую площадку, затем они выполнили условия флешмоба и активировали свое участие на 5 площадках, вы перешли на 6-ю VIP-зону, где уже через одну площадку реально заложен $1 000 000. Вы получили сначала 4 биткоина, потом 35-40 биткоинов и плюсом 120 биткоинов. Друзья мои, выбор за вами. Выгоднее предложения в интернете точно нет. Мы помогаем людям. Причем, вы знаете, у меня подруга зашла, которая сказала, что если Бог даст, и все срастется, и все произойдет так, как действительно заявлено, она сможет перечислить благотворительность энную сумму денег. Для нее это важно. Вы знаете, вокруг нас очень много людей, которые хотели бы оказывать большую материальную поддержку различным фондам, детским домам, домам престарелых.
И здесь появляется эта возможность. А сколько детей, которые не получают образование по одной простой причине, что у их родителей просто нет денег на оплату этого образования? А сколько семей разваливается из-за того, что вынуждены жить в стесненных обстоятельствах квартирных? Я не говорю о том, что это единственная причина разводов, но то, что это вносит свою лепту в процесс развода, я думаю, согласятся многие. Смотрите, 6 миллионов рублей. Что для этого нужно сделать? Активировать свое участие в рабочей площадке и дать на управление модератором 2 бизнес-места. Дать информацию своим близким, друзьям и знакомым. Всего 20 человек, которые вас услышат, дадут вам эту возможность. 6 642 тысячи. Я надеюсь, что вы услышали, но мне очень хочется, чтобы вы почувствовали, чтобы вы увидели вот эту красоту и вот эту силу. И встречаемся на 7-й площадке. С пожеланием счастья и процветания. С вами была Галина Матюнина.